Итак, вы видите зеркальный кубик, казалось бы, да? Он 3 на 3 на 4. Все слои крутятся, все. Вот. И я его сделал буквально вчера. И должен я вам сказать, кубик достаточно крутой. Это второй в мире прототип. Первый был Crazy Bit кубером сделан, а я ломал 2 месяца голову, как он его сделал. И я его сделал, я так рад, вы не представляете, я... Вот. В принципе, кубик мне достаточно нравится, он... Ну, можно как зеркальным играть, можно и как... Собирать, я думаю, достаточно сложно, потому что вот этот слой, ему надо эти 2 слоя собирать одновременно, как бы. А это как бы все. Потому что, казалось бы, вот когда мы крутим так, вот этот слой, его прокрутить нельзя. То есть, это как бы 3 на 3 на 3, где с одной стороны, как бы, добавлен полностью функциональный слой вот здесь вот. Вот недаром еще 4-слойным кубиком Рубика называют не 4 на 4 на 4, а 3 на 3 на 4. Потому что так его называют месть Рубика 4 на 4 на 4. Это, как правило, называют 4-слойный, потому что действительно 4 слоя. Каждый из них 3 на 3. 3 на 3 на 4. То есть 4-слойный пазл, где все 4 слоя разной толщины, и вся, каждая деталь абсолютно разная. Это второй в мире, я уже говорил все. Вот. В принципе, я доволен своим результатом. Вот. В принципе, я также делаю еще другие кубики. 5, тут 4 на 4 на 5 делаю. Хочу также сделать 5-слойный. Вот этот. Но, вы понимаете, как-то еще... Думаю, это вполне возможно. Только придется попотеть над этим слоем. Но принцип где-то такой же. То есть также надо добавить. Видео, как его сделать, я уже снял. Вот видите, насколько я доклеил. Вот. Видео, как его сделать, я уже снял. Оно... Буквально там 2 видео назад можно посмотреть. Но я думаю, что вам уже надоело смотреть на мое тупое лицо, а уже хочется посмотреть на прототип. Поэтому в следующем видео вы уже увидите как бы обзор этого кубика. В принципе, говорить о нем особо так не о чем. Все. Удачной вам сборки.